Всем привет, друзья! И вот и сейчас в Украине многие раздумывают. Одни говорят, что Путин и российская это власть и армия не подорвут Запорожскую атомную станцию, побоятся. А другие говорят, что он не побоится. И в случае такой ситуации, которая будет на вред Путину, он запросто сможет и подорвать и Запорожскую атомную электростанцию, как и Каховскую ГЭС. Я лично склоняюсь к тому, что Путин подорвет Запорожскую атомную электростанцию в случае какого-то невыгодного для себя положения. И те, кто говорят, что он этого не сделает, они или наивные, или глупые. Человек, который решился на такую вот авантюру, как война, не хочет останавливаться. Человек, который фактически не мог быть не в курсе того, что будет подрыв Каховской ТГС, я думаю, что этот человек не побоится и подорвать атомную электростанцию, с учетом того, что будут все списывать на вооруженные силы Украины. Я лично считаю, что мы имеем дело с неуменяемыми людьми, если можно их так назвать, и от них что хочешь можно ожидать. Это мое субъективное мнение. А вы вот что думаете? Напишите в комментариях.